Дом, где заключаются браки и выдается первый в жизни документ, вновь принимает многочисленных гостей. Сегодня в отделе ЗАГС для студентов профессионального училища был организован День открытых дверей. Его провели в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню правовой помощи детям. В атмосфере семейного законодательства побывала и наша съемочная группа. Сегодня отдел ЗАГСа распахнул свои двери для студентов Ненецкого профессионального училища. Погрузиться в особую атмосферу заведения ребятам помогли звуки свадебного марша. Самые важные шаги им еще предстоит сделать. О том, как и с какого возраста заключаются браки, выдаются первые в жизни документы и о самых популярных именах в Ненецком округе рассказала заведующая отделом Алена Елисеева. В 2017 году популярными остаются имена Александр, Максим, Артем, Михаил, а женские София, Валерия, Евгения, Екатерина. Еще есть подборка самых популярных имен за 1970 год. Тогда самыми популярными мужскими именами были Алексей, Андрей, Владимир, Николай, а женскими Александра, Елена, Жанна. Также сотрудники ЗАГСа уделили особое внимание к процедуре присвоения фамилии, имени и отчества ребенку. Много нового в сфере семейного законодательства на встрече узнал Вячеслав Концевой. То, что если не в браке заводить ребенка, то фамилия отца или матери как бы по желанию кого-то одного. Или можно фамилию через дефис, две фамилии. Многого на будущее узнал, может свои планы строить. В ходе беседы Вячеслав и другие студенты узнали и об истории российского ЗАГСа, которому в 2017 году исполняется 100 лет. Продолжился день открытых дверей экскурсии по отделу, где ребята увидели комнату жениха и невесты, малый зал для регистрации брака и помещение для выдачи свидетельств о рождении. Такое путешествие уже совершили более 60 молодых людей со всего округа в рамках мероприятия, приуроченных ко Дню правовой помощи детям, который ежегодно отмечается 20 ноября. Уже на следующий неделе ЗАГС вновь распахнет свои двери для студентов и старшеклассников. Любовь Пермякова, Антон Выдряков, телеканал «Север».